Ну, знатоки японской кухни меня подправят, но известно, что в японской кухне есть такое блюдо, которое называется одори, да? Это рыба частично зажаренная, частично живая. Зрелище, в общем, мягко говоря, малоприятное. Зажаренное, дымящееся и парящееся тело и вращающее глазами и разевающее рот голова. Называется это одори. И легендарный повар Набусата, когда говорил об этих сортах рыбы, которые шли на блюдо под названием одори, он говорил, что рыба всем хороша, но вот единственный недостаток в том, что она не умеет жарить себя сама. РПЦ взяла этот рубеж и, в общем, научилась жарить себя сама. Очень любопытное произошло событие, которое может остаться почти незамеченным, а вот не хотелось бы, чтобы оно осталось почти незамеченным. Дело в том, что, как вы знаете, совсем недавно в процессе отражения агрессии церкви, попытки вторгнуться во все сферы гражданской, политической и культурной жизни, были проведены несколько рейдов по тылам неприятеля, результатом которых стали там истории с часиками, истории с квартирками и прочее, прочее, прочее. И надо сказать, что это возымело некоторый эффект, потому что попы стали пугливы. Но они научились жарить себя сами. Что произошло? Совсем недавно. Совсем недавно в группу, которая занимается канонизацией новомучеников, то есть в синодальную комиссию по канонизации святых, удалось вбросить информацию, что некая инициативная группа получила доступ к архивам ОГПУ, МГБ и КГБ, к тем самым архивам, которые вплотную и непосредственно занимаются новомучениками, то есть теми священнослужителями, которые якобы за веру были там запытаны, расстреляны, погружены в проруби и так далее, так далее, так далее. И страх, ужас возможного скандала привел к тому, что из святцев были немедленно и бесследно убраны аж Ювеналий Рязанский, Василий Кинешемский, Макарий Днепропетровский, Васян Тамбовский, Петр Космодемьянский, всего 35 персонажей. Вот просто они были в святках, да? Они уже были канонизированы РПЦ. И тут они из святок выкидываются, нимбы срываются без всяких объяснений, как будто бы таких никогда и не было. Понятно, что, почувствовав, что им дышат в затылок, и что, возможно, действительно инспекция этих всех новомучеников от наиболее спорных персонажей предпочли избавиться, потому что там действительно перечисленные и все прочие 35 персонажей никак не связаны, скажем так, с теми представлениями о так называемой вере, которые принято в это понятие вкладывать там. Кто-то сотрудничал из этих персонажей со следствием, кто-то сдавал всех, кто был вокруг него, кто-то писал доносы, кто-то вообще не имел никакого отношения к мученичеству, а просто пострадал за подрывную антисоветскую ярко выраженную деятельность и за другие прегрешения. В общем, короче говоря, 35 святых, а в честь некоторых из них уже построены храмы. Прям вот храмы их имени. Нарисованы иконы. В их честь крещены дети, и попы немало денег собрали на тех свечках и на тех мероприятиях, которые были посвящены этим новомученикам. И вот сейчас они бесследно исчезают. Единственный, кто нащупал эту историю, это была газета «Известия», если не ошибаюсь, от 14 декабря сего еще года, но на все попытки известинцев обратиться в синодальную комиссию по канонизации святых, в общем, никакого ответа не последовало,
что свидетельствует о панике. Ладно, новомученики. Понятно, что все там действительно предельно спорно, но мы на этом примере видим, что как только возникает хотя бы маломальски внятный, связанный документальный материал, который можно проверить, церковь, опасаясь скандала, немедленно изымает своих собственных святых, уже прославленных, уже канонизированных, как будто бы их никогда и не было, и делает вид, что она их забыла. Легко себе представить, что было бы, если была возможность устроить такую же документальную инспекцию вообще по всем остальным так называемым святым, о которых известно только на основании каких-то полуграмотных, часто фантазирующих, часто не очень здоровых, не имеющих никакого представления о предмете, так как они не были современниками людей. Понятно, что там посыпались бы не 35, а, наверное, практически все имеющиеся имена. И это очень характерно и показательно, а для многих православных это пусть будет, ну, темой для внутреннего размышления. Вторым пунктом нашего сегодняшнего урока – это разговор о том, что многие из ученых были верующими. Ну, во-первых, такая постановка вопроса некорректная, когда приводится в пример какая-то цитата, свидетельствующая о религиозной вере, то никогда не говорится о том, в какой именно период эта цитата появилась, в какой именно период жизни ученого. Потому что, как вы помните, даже Иван Михайлович Сечин в ранние годы был идеалистом, чуть ли не верующим, вполне себе даже допускающим различные дуалистические и прочие изыски. Но итоговые, конечные, финальные, подводящие черту под жизнью высказывания, что Дарвина, что Эйнштейна, что множество других, чаще всего остаются неизвестными, а нам предлагаются в качестве такого вброса некие реплики, которые делались под воздействием молодости, незрелости, либо недостаточного понимания ситуации. За кого я сейчас хочу вступиться? Я хочу вступиться за Ивана Петровича Павлова, потому что очень часто поповские иерархи употребляют эту фамилию как пример верующего человека. Для Ивана Петровича это было бы предельно оскорбительно. Я уже говорил в одном из уроков об этом, и тогда я ссылался на мемуары Сергея Александровича Павлова, племянника, который приводит разговоры с Иваном Петровичем, и Марии Капитоновны Петровой, бессменного зама и помощника Ивана Петровича. Но давайте обратимся к наиболее авторитетным источникам, непосредственно к Павловской энциклопедии, которая совершенно однозначно свидетельствует, приводя цитаты Ивана Петровича Павлова последних 10 лет его жизни, что люди науки должны быть врагами религии, когда она отрицает науку, оспаривает ее право на внимание и руководство людьми. На прямой вопрос анкеты, разосланной архиепископом Кентерберийским многим ученым мира, верите ли вы в Бога или нет, Павлов ответил: нет, не верю. Павлов был достаточно непримирим, темпераментен и горяч в этих вопросах. Причем горяч до такой степени, что порой это приводило и к трагедиям тоже. Известные воспоминания академика Евгения Михайловича Крепса, они опубликованы во всех воспоминаниях современника о Павлове, о том, что профессор Богоявленский, который был долгое время товарищем Ивана Петровича Павлова по семинарии, один раз явился к Ивану Петровичу и задал ему этот вопрос, причем сам профессор выглядел потрясенным, мрачным. Он задал вопрос Павлову о том, что ты, Иван Петрович, достиг вершин науки, ты постиг работу мозга, вместилище души. Скажи мне, есть ли что-нибудь по ту сторону? Что ждет нас после смерти? Тебе одному и поверю. Иван Петрович посмеялся над ним и сказал: как ты, врач, естествоиспытатель, можешь говорить такие глупости?
Иван Петрович настолько темпераментный, настолько резко ответил на вопрос своего друга, что кончилась эта трагедия. Уйдя от Ивана Петровича, профессор Богоявленский повесился. Выяснилось, что у него накануне вечером умерла жена, и он в разговоре с Павловым хотел найти возможность хотя бы иметь надежду на то, что он с ней там где-то когда-то встретится. И Иван Петрович стал, конечно, гораздо аккуратнее. Он старался вообще избегать разговоров о религии, но относился к ней очень враждебно. Другое дело, что не забывайте, что в 30-е годы, когда действительно в отношении верующих, ну, политика была, скажем так, жестковатой, Иван Петрович вступался за определенные церковные коллективы, которые к нему обращались, и пытался препятствовать закрытию церквей, просто потому что он, будучи абсолютным атеистом, абсолютно свободомыслящим человеком, всегда признавал за другими людьми тоже право думать так, как им хочется. И по мысли Павлова, религии было место в жизни, но это вот место где-то рядом с хохломской росписью, с гжельской росписью, с балалайками и сувенирными лаптями. Место это, кстати, на самом деле предельно почетное. И любые претензии к религии, которые у нас есть, они возникают только тогда, когда она с этого места пытается сорваться и вновь захватить то пространство, которым она привычно владела на протяжении 20 веков.